Тело неизвестного мужчины обнаружено сегодня недалеко от озера Средний Кабан напротив улицы Бутырская. Прохожие заметили, как оно плавало в 10 метрах от берега. Из воды его извлекали сотрудники экстренных служб. Предположительно, мужчина умер от 5 дней до 2 недель назад. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти мужчины. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на установление его личности. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.